Видите ли, если Россия желает выстоять, она должна быть мобилизована. И в этой мобилизации общественной жизни, общественного сознания, все, что не поддается мобилизации, будет выброшено и отринуто. Если правительство не может быть мобилизованным, оно будет заменено следующим правительством. Если же это правительство не будет мобилизовано, но будет продолжать работы, Россия в очень скором времени, если не погибнет, то постигнет огромное количество несчастья.